Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Роуз, и вы на канале Very Hard Game Mod. Это Expeditions Rim, прохождение на хардкоре стратегии. Погнали, загрузим наш сейв. Ох, бля, сейчас сложная миссия, пиздец. Но я еще не пробовал, я вот это первый дубль. Так, ну как-то так, наверное. Засейвим расстановку. И погнали. Блять, а у меня против инвиза нихуя нету. А, ну он куда-то ушел, непонятно. Да. Так. Дед, давай хиль. I need a hand. А чё как мало-то напало? Can someone get this for me? You're fine. It's all right. You're going to live. Отличное положение. Так, а бестия сколько въебать может? Больше. Так что... эту хуйню и вот эту хуйню. Ну а нахуй все, пизда ему. Дианара. Блять, да как так-то?
Ладно, хуй с ним. Так. Два четыре. Ну это хуета вообще полная. Проверим всех, что тут у кого есть. Так, ну погнали дальше. Почему дед, блядь, не... Вы охуели, блядь. I shall slay many of your foes. Does this hurt? Good, that means you're fine. Блять, а как?
прошел все-таки. You are mostly fine. Давай, брат, а ты меня полечи. Блять, толку я его лечил. Сука, блять, ну это было предсказуемо. Кастуй, блять, это. Все, пизда. Every man for himself. Glad you're on our side. You should be. Я хуею, как они, блядь. Заебал. В смысле, блять, он сколько стрел там может выпустить? No permanent damage. Так, товарищ, блять. И дела нахуй. А тапать сколько несет. Правильно, много сыграл. Не так надо было. Ну, а, хотя... Да, блядь. Отражение.
Сейчас посмотрим. Блять, Калиду обезоружили. А еще у меня второй лук есть. На такие случаи. Блять, отражение урона. Сколько гексов в бесте? Блять, только это сначала надо было делать, наверное. Вот суки. Ну хуй с ним, попробуем. Ой, бля. Такси. Ебать, а щит у него дамаг-то какой нахуй. А, он за убийство ход восстанавливает. Все, вспомнил. Так, чел, пизду сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ну хотя бы так. Не, чё-то деревенщина вообще драться не умеет.
fight to us. Ну все, пацаны, ебать, чё, приплыли нахуй. Бестия, брат. Хотя нахуй, он умрет все равно, зачем расходники тратить. Дед, блядь, тоже из разряда бессмертных, нахуй. Зарядила. Дед, ёбник, баф нахуй. Ну чё за хуйня-то, блядь?
Охуел, что ли, пидор? Дед, блядь. О, знаю. Чтоб не съебался. Чтоб наверняка. Сколько бестий крикнуть, это ебать 16. Это серьезно. Да какого хуя, блядь? Хватит, перестань, я тебя понял. Проклятие, какой же ты безжалостный. Что тебе вообще нужно? Ты готовился встретить галеру. Если экипаж заодно с тобой, она определенно не может быть одной из наших. Кому она принадлежит? Разве это не очевидно? Ее хозяин Вителлис Цеволо. Эгейские пираты делятся с ним добычей в обмен на защиту. С каким образом... Каким образом эти припасы должны попасть к Митридату? На бережье недалеко от Халкидон есть примерная неприметная пещера. Я могу отвезти тебя туда. Отвези меня к галерее, покажи тайный проход. Если я отведу тебя к галерее, воины опустошат пещеру. Если я отведу тебя в пещеру, корабль уйдет. Мы не будем шуметь, никто не узнает. Дело не в шуме, я только что завершил рейс. После перевозки припасы чтобы перевести припасы... Блять. Войны начали переносить товары, корабль готовится к отплытию. У нас нет времени. Покажи мне пещеру, мы не можем допустить, чтобы припасы попали в понт, иначе слишком много римских легионеров погибнет в предстоящей битве. Ты уверен? Потом ты уже не догонишь эту галеру. Если мы не перевезем домой никаких доказательств против Сеол, твоя сестра останется с ним, Вилла. Я хочу, чтобы тебе удалось вернуть себе Виллу и восстановить свое доброе имя, поверь мне. Но подумай о цене, которую придется заплатить. Война будет выиграна или проиграна с припасами или без них, благодаря умению воинов и смекалке командиров. Что ты думаешь, Дейнджер? Когда голова говорит тебе обе дороги в козьем дерьме, выбирай носом. Выбирай носом, иди туда, где меньше воняет. Мне нужны доказательства против Сеула, отвези меня к галере. Семья святое. Как хочешь, спрячьтесь. Так, нахуй, дед, ну-ка подлечи-ка, блядь. Это должно быть. Да я нахуй я. Галера контрабандистов встала на якорь у Халкидона, пытаясь замаскироваться под судно из римской блокады.
нас напали. Эх, ебать. Где больше всего врагов? Здесь четверо. Здесь двое. Давай, мужик, сюда. Где ты тут? Ты тут, родимая. Эх, бестия, бестия. Блин, вот лучница здесь совсем не кстати. Похер, засейвим такой такую расстановку. Давай, щит, сука. Почему она не сломала щит, я не понял. Да, ну и порожняк. Блять, что они какие-то сильные. How like the dog you are. Вот это я понимаю. Все они ебаные. Опасные, блядь, пацаны-то. Я смотрю. Так, ну, Калида и так прострелить. Thank you.
some cover. Ёлки-палки. Так, 6, а тут... Сука! Please follow my finger. Yes, you'll be all right. Тебя да не умрет. Да ну нахуй, блядь. Пройдем, пройдем. Че это бестия ебанулся, что ли?
Бестия, брат, покажи к черта нахуй за дерзость. Или ты, дед. Крит, по-моему, 16 вылетает. А, блять, все равно. А, нихуя, 18 вылетел, нормально. Ой, за боем вообще не может эта хуйня не радовать. Да он заебал, чё сбестит, блять, он ебанулся что ли в край? Thank you.
excuse. Давай, бесься, брат. Все ждут твой выход. Четко, четко. Эх, блядь. Vipers among us. I'm not surprised. Гадюки среди нас, я не удивлена. Все это дело рук с Циволу и Лурком. Мы позаботимся о том, чтобы они предстали перед судом. Эти двое никто, жадные мошенники со склонностью к излишней жестокости. Как с ними покончить, второстепенный вопрос. Обыщите корабль. Нам нужны доказательства причастности с Циволу. На носу есть очень многообещающий сундук. A sizable stockpile of it too. I'm sure Mithridates won't mind if we help ourselves to some of it. Я Коляда, бля, как на коньках хуярит нам. Эти мешки и ящики, на них стоит печать из Циволу. Похоже, он действительно снабжал врага припасами. Это самый тяжкий вид измены, и доказательства неоспоримы. Это касается не только меня или моей страны, речь идет о чистоте Сената Рима. Что ж, братьям Виталиям конец, будь трижды прокляты их имена. Однако эти знания дорого обойдутся нашим регионам. Воины Митридата уже давно ушли. Давайте вернемся на сушу и присоединимся к осаде Халкидона. Не будем торопиться, нам еще многое предстоит сделать. Так, блядь. У деда критическое ранение. У этого какое легкое. У этой среднее.
регион не должен простаивать без дела. Блять, красивый вид, правда? И, блять, вот здесь ближе вроде как. Сейчас засейвимся и на этом все. А, ну я еще сохранюсь. Как бы. Блин, ну сейчас пока буду экипировать, короче, я не буду вас мучить всей этой хуйней. Пока вкачаю что-нибудь. Ладно, на этом, короче, эта часть видео закончена, движухи здесь было дохуища. Чё с дедом-то, блядь? А, понял. Хуя не понял. Короче, это канал Very Hard Game Mod, как вы знаете. Expeditions Rim, стратегия прохождения на хардкоре. Всем спасибо, кто это смотрел. Эта часть на этом закончена. Только Rose, только хардкор.